Легенды Крыма. Деликликая. Косская легенда. Разве есть на свете черешня вкуснее косской? И где найдется сырый армут более нежный и сочный? В Крыму не встретишь тоньше стана у юноши, и не знают другие земли девушек, которые умеют ходить так легко, как косская, по скалам и обрывам. Смотрит посидевший Эльтиген на детей долины, на солнечном луче любуются ими. А когда к вечеру побежит от гор к деревне синяя тень, прислушивается к голосу стариков, которые собираются посидеть у кофейни. Лучше прежде было, лучше было, твердит 90-летний Муслядин, сидя на корточках рядом с имамом. Когда нужно, дождь был, когда не нужно, не был. Червяк лист не ел, пчелы, да были, козы, да были, две пары буйволов у каждого было, хорошо было. Слушают Муслядина косские татары и вздыхают, прежде лучше было. В наступивших сумерках вспыхивают там и сям огоньки у курящих, и белесоватые клубы табачного дыма застилают по временам сосредоточенные серьезные лица. Воды много было, замечает кто-то. А, не слышит его Муслядин. Дыры в Деликликая, говоришь, не было. Не было, не было. Потом сделалось, когда Кызбулаги открылся. Говори, просит Кефеджи, наклоняясь к самому уху старика. Люди слушать хотят. Сдвигает Муслядин на затылок тяжелую барашковую шапку, чтобы облегчить шишку, которая выросла над ухом, как арбуз на баштане. Сверху по шоссе над деревней у Деликликая звенит почтовый колокольчик. Затих колокольчик точно, чтобы не мешать Муслядину вести свой рассказ. Ну, слушали его не раз деревенские, и все же хотят послушать. Хочется слушать о чудесном в этот тихий летний вечер, когда сошла на землю прохлада, а загоревшиеся на глубоком небе без числа звезды отвлекают мысль от забот трудового дня. Не торопясь, с остановками, покуривая из длинной черешневой трубки, говорит Муслядин о том, что слышал от отца и деда. Задумываются слушатели. Увел их Муслядин в какой-то другой мир, и в воображении их незаметно оживают три серые скалы Эльтигена. Чудится, что в средней из них, Деликликая, нет больше сквозной щели, и живут в ней по-прежнему три сказочных духа, и каждый поет свою песню, а людям кажется, что шумит гора, если гулко, ждут дождя, если стонет, бури. Предупреждают духи людей, потому что, как в давние времена, любят свою деревню. Тогда прислушивались люди к голосу их и чтили своих покровителей. Тогда духи приходили к людям и любили их. От любви росло блаженство духа, передавалось сердцу человека. Добрее делались люди. Звенит снова почтовый колокольчик у Деликликая, и, оторвав на минуту слушателя от мира грез, замирает где-то в лесной чаще. Когда самому хорошо, хочешь, чтобы было и всем хорошо. Так устроена душа. И в былое время косские люди не пропускали нищего и странника, чтобы не приютить и не накормить его. А когда уходили вниз в сады на работу, оставляли кого-нибудь, чтобы было кому принять прохожего. И вот раз ушли все на работу, остались старухи и мальчуганы, да три девушки, которые спешили шить приданное, чтобы было готово к месяцу свадеб. Было жарко, и девушки, захватив работу, ушли в лес искать прохлады. Притих Эльтигень. Покинули духи свои скалы и, обратившись в нищих, подошли к девушкам. Увидели девушки слепого, хромого и горбатого, поклонились им. «Если голодны, накормим вас». Под широким дубом, который стоит и теперь, развязали узелки с таранью, чесноком и лепешками и стали угощать бедняков. «Кушайте!» Ели нищие, благодарили, а когда кончили, в узелках не стало меньше. «Кушайте хорошенько», — говорили девушки, и отдали нищим желтые сырые армуты, которые оставили было для себя.
улыбнулись странники. Велик Аллах в своих творениях, да исполнится сердце вашей радостью. И спросили девушек, нет ли у них каких-либо тайных желаний. Задуманное в хорошую минуту может исполниться. Подумайте. Посмеялись между собой девушки, и одна сказала, хотелось бы скорее дошить приданное. Вернешься домой и увидишь, что сбылось твое желание, улыбнулся горбатый. А я, захохотала другая, хотела, чтобы бабушка на меня не ворчала. И это устроит, кивнул головой хромой. Ну, а ты, спросил слепой третью, ты что бы хотела? Задумалась третья, все равно не сделаешь. Скажи все-таки, и сказала девушка, хотела бы, чтобы в горе открылся источник, чтоб бежала в деревню холодная ключевая вода, чтоб путник, испив воды, забывал усталость, а наши деревенские, когда настанут жаркие дни, освежаясь в источнике, славили милость Аллаха. Ну а для себя чего бы хотела? Спросил слепой. А мне ничего не надо, все есть. Открыл от удивления глаза слепой, и отразились в них глаза голубого неба. «Скажи имя твое». «Фераханым», – отвечала девушка. «Случится так, как пожелала, и имя твое долго будет помнить народ». Повернулся слепой к Деликликая, высоко поднял свой посох и ударил им по утесу. С громом треснула Деликликая, дождем посыпались каменные глыбы, темным облаком окуталась гора. А когда разошлось облако, увидели в ней сквозную щель. И услышали, как вблизи зашумел падающий со скалы горный поток. Добежали первые капли ручья до ног Ферраханым и омыли их. А нищие исчезли, и поняли девушки, кто были они. Сбылось слово нищего. Народ долго помнил Ферраханым, и когда она умерла, могилу ее оградили каменной стеной. Лет 60 назад Муслидин еще видел развалины этой стены и читал арабскую надпись на камне. «Не прилепляйся к миру, он не вечен. Один Аллах всегда жив и вечен». Уже давно замолчал старый Муслидин, и никому из слушателей не хотелось уходить из мира сказки жизни. Поднялся кряхтя Муслидин, чтобы идти домой. «Пора». Поднялся и имам. «Шумит Деликликая». «Может быть, дождь будет?» «Нужен дождь. Воды нет», – заметил Кефиджи. «Нужен, нужен», – поддержали его, поднимаясь татары. «Опять Ферраханым нужна», – улыбнулся молодой учитель. Но на него строго посмотрели старики. «Когда Ферраханым была, было много воды. Теперь мало стало. Хуже люди стали, хуже девушки стали. Когда дурными станут, совсем высохнет кызыларь хамамы». Пояснение к конской легенде Деликликая. Деликликая – щелистая скала, средняя из трех скал, составляющих группу Эльтигена, по-татарски значит «стекающийся». Она находится в верхней части Косской долины, на пути из Атут в Судат. Предполагают, что в древности долина была заселена греками. Это подтверждают остатки греческих церквей. Одна из них, святого Ильи, ныне восстановлена. Козы – теплая, богатая садами долина, дает прекрасное крепкое вино и вкусные сладкие фрукты. Легенду о Деликликая рассказывал мне мой дед, козский грек Егор Ставрович Тирули. Кызбуляги – источник девушек, называют также девичьей баней, кызларь-хамам. Буйвол – древнейший насельник Крыма, отличающийся большой по сравнению с быком силой. За последние годы совсем исчезает из наших мест. Так в Атузах осталась всего одна пара, в Козах 2-3.